доставляет удовольствие представить мегагрантника первой волны, профессора Павла Певзнера. Прошу. Певзнер Павел Аркадьевич. Павел Певзнер – всемирно известный специалист в области биоинформатики, вычислительной биологии и системной биологии. Директор Центра вычислительной масс-спектрометрии Национального института здоровья. Директор программы по биоинформатике и системной биологии в Университете Калифорнии. Внес большой вклад в развитие алгоритмов геномной перестройки и секвенирования ДНК, а также вычислительную протеомику. Индекс Хирша 78. Автор 3 книг и более 200 научных работ. В рамках работ по мегагранту создал и возглавил Центр алгоритмической биотехнологии в Санкт-Петербургском академическом университете Российской академии наук. Под его руководством в рекордно короткие сроки был создан геномный ассемблер SPADES, у которого есть все шансы стать первым российским брендом в биотехнологии, области, где российская наука никогда не блистала. Большое спасибо за приглашение. Мне очень приятно выступить здесь и поделиться своим мегагрантовским опытом. Предыдущие докладчики уже рассказали, как мегагранты меняют российскую науку, а я попробую рассказать, как мегагранты поменяли меня. Стас Смирнов закончил свой доклад ящерицей, а я начну свой доклад лягушками. И вы, если посмотрите на эту пазл, в ней всего 16 кусочков. Кажется, ее нужно покупать вашим маленьким детям. Не нужно. Это очень сложный пазл, потому что в ней каждая лягушка повторяет 4 раза. Она может вас задержать на целый день, если вы хотите ее собрать. А это еще одна пазл с призовым фондом 2 миллиона долларов. За последние всего 256 кусочков. За последние 10 лет ему никому не удалось собрать. Так вот, тема моего мегагранта – это собирание пазлов. Мы собираем пазлс с миллионами кусочков. И вы, наверное, думаете, что Певзнер протранжировал мегагрантовские деньги, потому что кому нужно собирать пазл? Позвольте мне попробовать перед вами оправдаться. И я, наверное, Саша, я, наверное, перейду на английский, потому что для того, чтобы наши коллеги могли тоже слушать это. Когда я приехал... When I came to start my megagrant in 2011, there was a big disaster in Europe. В Европе был экономический спад, и самые главные новости не знали, что происходит, и не знали, кого обвинять. Им нам нужно было понять, что происходит, и в чем последствия тех бактерий, которые вызывают эпидемии. И они рассмотрели миллионы идентичных ДНК-молекул, и кусочки были очень-очень короткие, от 200 в наноступени, и мы собирали пазлы, которые состояли из миллионов кусочков, и это вот то, чем мы занимались. И наша цель свести воедино пазлы из миллионов и миллиардов кусочков. И когда я приехал и начал заниматься моим мегагрантом, меня задался вопросом, каким образом это делать. И сегодня геномная медицина — это шаг в развитии медицины, это цель современной медицины. И мы полагаем, что каждый рожденный ребенок, геном каждого ребенка будет прослежен в следующие десятилетия.
Позвольте представить три составляющих успеха. Первое. Клонируйте успешные западные исследования, центры исследований в России. Воспроизводите ведущие образовательные программы в России и полагайтесь на неограниченные возможности талантливых ученых в России. Мы предпочитаем работать в промышленности, потому что в образовании, в исследованиях это сложно. И если вы пытаетесь клонировать что-то, воспроизводить что-то, вы уже институт второго уровня. Я пытался сосредоточиться на чем-то другом, сосредоточиться на областях, в которых Россия лидирует, осуществлять уникальные российские образовательные инициативы и полагаться на молодых, талантливых ученых, которые занимаются которые представляют традиционную силу в российской науке. И единственное, что у меня было преимуществом, это необычно, у меня был мегагрант, и у меня были сильные партнеры в России. Но в моей области не было экспертов в Санкт-Петербурге и во всей России. И единственное, что я решил сделать, это начать разговаривать со всеми, с кем это было возможно в Санкт-Петербурге, чтобы найти молодых сотрудников. Это мои герои. Когда они начали собирать пазл в биоинформатике, биотехнологиях, они это математики и биологи, программисты, и я дал им невозможную программу составить геном, биологический геном, который возможен только в Гонконгском университете, и я предложил им создать эту программу очень быстро и еще и без денег. И к моему удивлению, они сумели это сделать за полгода. И они опубликовали работу, и эта работа цитирована уже 12 тысяч раз. Самая цитируемая работа в России за последние 5 лет. Порядка тысячи лабораторий работают с учетом этой разработки. Это стал очень популярный инструмент в сфере, в среде геномных биотехнологий. Этот ассемблер стал известным, поскольку он представляет различные конференции, и сейчас мы превращаем это в Швейцарии или очень масса различных вариаций и проблем с чтением и секвенированием генома. Позвольте мне рассказать о нашем первом исследовательском сотрудничестве, о наша первая совместная работа, которая называется, это ведущий геномный журнал. Это не выглядит как обложка научного журнала, это выглядит как реклама для туалетного оборудования. Но на самом деле это был тот самый журнал. Он также был написан совместно с Крэгом Вентом. Это легенда местной геномных исследований. И он первым секвенировал геном человека 15 лет назад. Он хотел понять, какие патогенные бактерии присутствуют в больницах. И чтобы решить эту задачу, а это очень непростая задача, поскольку мы можем секвенировать бактерии, можем взять образец и секвенировать эти бактерии, но мы не можем, поскольку современные технологии секвенирования работают только если вы выращиваете бактерии до, как минимум, до миллиона копий. Но эти бактерии, которые в больницах, они растут в лабораториях. Поэтому большинство бактерий, которые встречаются в больницах, это темная сторона, это черные дыры. Мы не знаем, что они из себя представляют. Я не знаю, что происходит в этой отрасли без... В любом случае, он отправил его команду в одну из лучших больниц в Сан-Диего. Вместе с его командой мы собрали эти образцы, используя потрясающую новую технологию, которая позволяет нам секвенировать геном из одной клетки. Нет необходимости выращивать их до миллиона особей в условиях лаборатории. Мы были потрясены, сколько можно найти патогенов в обычной больничной туалете. Это была наша первая исследовательская работа, наша статья. И таким образом, коллега из Великобритании, они
помогли нам секвенировать хламидии. Это также это не, типичная передающаяся половым путем заболезнь, распространение эпидемии холеры и мерс в Китае. И я надеюсь, что в Великобритании, я, к сожалению, не могу контролировать эти слайды, если люди в Великобритании и Саудовской Аравии, и Китае используют наши инструменты, я не потратил впустую деньги мегагранта. И эти же данные будут полезны и в России. Позвольте мне немножко забежать вперед. Мы продолжаем сотрудничать с Российской Академией Наук. Мы опубликовали статью, раскрывая жизнь микроорганизмов. Мы очень медленно работает. Мы работали с научным директором экспедиции Джеймса Кэмерона для того, чтобы секвенировать экзотические бактерии, которые, да, вот этот слайд, которые живут на экстремально больших глубинах, под большим больным и масса других проектов. Все они были выполнены этой командой, которой изначально средний возраст моей команды, когда я начал, было порядка 24 лет. И никто, все были молодые, кроме меня. Все были не старше 30 лет. Таким образом, это показывает огромный талант, который присутствует и накоплен в России, который должен быть пойман, захвачен, который необходимо поддерживать с помощью мегагранта, с моей точки зрения, и который делает огромный вклад, чтобы перенести этот талант в академическую среду. Таким образом, этот слайд показывает количество цитирований по шести основным ассемблерам. И вы видите, что только один из них, красный, который Санкт-Петербургский ассемблер, стремительно увеличивает свои позиции. И мы становимся одним из самых популярных ассемблеров в мире, и я надеюсь, к концу этого года станем самыми популярными, я надеюсь. И в этот момент я подумал, что успех достигнут, и лаборатория успешно работает, нам необходимо двигаться дальше. Таким образом, в 2014 году, что произошло в этом году? Этот год стал годом завершения моего мегагранта, и для того, чтобы продолжить его, мне необходимо было, чтобы предоставить университету дополнительные информации, какие-то дополнительные фонды, чтобы поддержать этот проект. Таким образом, в общем-то, лаборатория разрослась, и нам необходимо было кормить этих молодых людей. И многие из них, у них уже были семьи, и что мне нужно было делать? Таким образом, я отправился в различные компании, и некоторые из этих, это одни из ведущих фармацевтических и биомедицинских компаний, и эти компании поддержали исследования в моих лаборатории. И весь год мы не потратили ни одного рубля правительственных денег. Эта лаборатория нашла спонсоров из промышленности сектора, и так же, как и этот мегагрант, для того, чтобы они предоставили деньги, чтобы реализовать этот грант, этот проект. Конечно, это не могло продолжаться вечно, и в этом случае мы позже пошли очень большую поддержку от Санкт-Петербургского университета, и это Российского научного фонда, и сейчас лаборатории получают свою поддержку и продолжают свою работу. И в 2014 году лаборатория находилась на перепутье. Нам повезло, что что наш проект был поддержан промышленностью, фармацевтической и медицинской промышленностью. Таким образом, когда я приехал в Россию, не зная ничего о том, как работает научная система академическая, я был настолько наивен, что я решил написать статью «Как спасти российскую науку». Достаточно претенциозное название статьи, но и с этой статьей я, в общем-то, предлагаю, что российскому, то, что мегагранты, они недостаточны, должно быть что-то еще, поддерживающее российскую науку, ведущих российских ученых в России. И я предложил в этой статье в 2011 году, что российские ученые, российское правительство должно поддерживать 200 ученых на уровне 1 миллиона долларов финансирования. Я увидел, к своему счастью, что 3 года спустя был создан российский научный фонд, и не поддерживает 199 ученых, также на очень высоком уровне, порядка 20 миллионов рублей в год.
Я, честно говоря, не слышал. Но у меня не знаю. С того момента, как я написал это удивительное, эту статью, как работает эта система, позвольте мне поговорить о том, что действительно повлияло на мою жизнь. Я узнал об этом только после того, как я приехал в Россию. И позвольте мне предложить, как спасти российское образование. У меня есть еще время? 2 минуты? Хорошо. Возможно, я не смогу рассказать, как спасти российское образование, но позвольте мне рассказать следующее. Когда я говорю с моими героями об их образовании, об образовании вообще, они гордятся о своем среднем образовании. Они все пришли за образование специальных математических школ, с той же школы, которую закончил я, что и Стас закончил. Но они, тем не менее, не так гордятся своим университетским образованием. И они чувствуют... Они, тем не менее, такие талантливые. Они преуспели, потому что, тем не менее, они много, конечно, изучали сами, но есть странная альтернативная система образования. Есть Центр компьютерных технологий в Санкт-Петербурге. Один из моих коллег в моей лаборатории создал Санкт-Петербургский институт биоинформатики, который... Почему это произошло? Почему это странные организации? Представьте, можем ли мы представить, что на другой стороне от Стэнфордского университета, даже без PhD, начинает Центр компьютерных технологий, поскольку даже я в новом стремительно развивающейся карьере быстро меняет учебный план, и очень быстро они двигаются вперед. И иногда университеты не делают это, они не успевают за этим развитием. Эти люди, молодые люди, создали и привлекли самых ведущих исследователей, такие проекты, как Яндекс и прочие, проектов информационных технологий. И на основе этого мы решили начать образовательные программы, которые будут помогать людям, независимо от того, где они живут. И что я узнал, и, может быть, несколько слайдов, чтобы вам показать, что я узнал благодаря мегагранту. Это одно из самых кровопускание, которое существует порядка 3000 лет, абсолютно бесполезно. Почему оно существует и существовало в течение 3000 лет? Поскольку не было никакой альтернативной технологии. Это традиционная лекция, которая существует 1000 лет. И темы меняются, но это по-прежнему так же, как это было 1000 лет назад. Откуда вы знаете, что это эффективно? Это вопрос, которым я задался благодаря мегагранту. Я начал разговаривать с моими сотрудниками в лаборатории, поскольку лекции в их университетах не были эффективными, вообще не были эффективными. И, возможно, все в этой аудитории чувствуют то, что образование в классных комнатах, они являются неким опиумом для обучения. Я начал изучать книги по психологии. Я понял, что научный взгляд 30 лет назад был абсолютно неверен. Например, Бенджамин Блюм, он доказал, что школьное и классное образование, оно самое наименее эффективное. Кто такой Бенджамин Блюм? Это гигант образовательной психологии последнего столетия. Есть причины, почему традиционное школьное образование, классное образование неэффективны. Есть об этом объяснение. И именно поэтому сейчас невероятная революция, которая происходит, которая впервые предоставляет, подвергает испытанию это традиционное образование классное. Многие из моих коллег в Сан-Диего сейчас беспокоятся о том, будет ли у них безопасность, поскольку приходит новое молодое поколение, и есть серьезные последствия того, что происходит сейчас. И я должен сказать вам, что лично я ненавижу большинство Massive MOOCs, поскольку многие из них ограничены лишь
некий телевидение, я не вижу вот эти огромные классы с участием большой аудитории. То, что я вижу МОК как часть будущего моей команды в России, МОК будущего, это МОК будущего, это мы хотим преобразовать эту систему в персоноориентированную умную систему обучения, когда каждый получает свой собственный опыт. И мы понимаем, это, естественно, будет недешево. Я потратил уже много денег, разрабатывая эту модель. Но я чувствую, что это стоит этого. И моя концепция стояла в том, что вместе с этим проектом, вместе с российскими коллегами создавить MATE, массивный адаптивный интерактивный текст. И этот проект, который был создан вместе с Колей Вьяхи и с моим коллегой из Санкт-Петербургской лаборатории и коллегами из Сан-Диего, был невероятно успешен. Он тут же получил международное признание, огромное количество студентов участвовало в этом проекте. И я полагаю, что это, есть ли другие, но это, возможно, один из самых немногих совместно финансируемых проектов, которые финансируются американское и российское финансирование, агентств, которые получают финансирование со стороны этих агентств. Но министр образования не знал об этом проекте, то, что они взаимодействуют. И мы даже получили поддержку от российского мультимиллионера. Я хочу еще один слайд представить вам. Когда мы разрабатывали эту новую книгу нового подхода, адаптивного подхода к образованию, я был потрясен. Я написал 3 книги. Но я за 1.5 года я не видел, чтобы в рамках этот модель была адаптирована в одном из университетов, в том числе МФТИ. Оно совершенно меняет нашу концепцию понимания того, как проводится организованное обучение. Вы учитесь до лекции, вы делаете домашнюю работу до заданий. Это отличается от того, как большинство преподавателей ведут свои лекции. У меня была задача обучить студентов за 3 года. Я прихожу на занятия, я общаюсь со студентами, я знаю каждого студента по имени, я знаю, как они думают. И мне кажется, что за этим и стоит будущее. Давайте пропустим этот слайд. Он описывает мою идею. Это большая компания, предприятие. Это новое расширенное предложение. Сложно контролировать слайды, но вот к чему я пришел. Я пытаюсь уложиться во время, пропускаю слайды. Позвольте представить вам заключение этого проекта. У нас есть МОК, обширное онлайн-обучение, и многие студенты тратят 12 часов в неделю, работая в МОК. Это больше, чем в обычные классы, занятия, которые они посещают. И в результате мы имеем следующее. МОК был осуществлен 250 студентами, и мои коллеги Николай Вяхи был первый обучающий этой программе. И недавно мы запустили новый российско-американский проект МОК. И вы видите, что лица профессоров меняются. Они очень молодые люди. Миша Левин, который является ученым, у него еще нет кандидатской степени, но он потрясающий преподаватель. Я думаю, что многие из нас, которые сидят в этом зале, которые планируют стать профессорами, должны понимать, что произойдет без профессоров в будущем. И я хочу сказать вам хотела рассказать о своей борьбе за эту идею, но у меня, к сожалению, уже нет времени. Но я благодарю всех людей, которые работают в моей лаборатории. Это был отличный опыт. И я благодарю всех, кто поддерживает мой проект, поддерживает этот проект в сложной российской системе образования. Спасибо.
Я не буду шутить о том, что один слайд превращается в 10, и ваша цифра можно умножить в 10. Это еще лучше. Но в любом случае я хочу поблагодарить вас за прекрасную лекцию.